Пау! Хей-йоу, ребят, сегодня мы будем снимать реакцию на «Кто маньяк психушки?». Ну что ж, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте, берите чипсики, печеньки, чаечек, бутербродики, усаживайтесь поудобненько и погнали смотреть. Кстати, в этом ролике Нюким будет маньяком. Внимание! В этом ролике есть только один. И да, хочу сказать спасибо всем, кто мне посоветовал вот этот видосик. Нормальный человек. Все остальные маньяки, убийцы и психопаты. Ваша задача смотреть видео очень внимательно, использовать логику, чтобы догадаться, кто в этой психбольнице не маньяк. Ага, кто не маньяк, а тут пишет «успей вычислить маньяка». Мог написать «успей вычислить не маньяка». Ну окей, поехали. Давайте посмотрим. Смотри внимательно и узнай, кто не маньяк. Ну это интересно, ребят, скажу привет, я вам так. Наконец-то вы снова здесь. Кто не помнит, меня зовут Нюким, а вы мои друзья. Я с вами так люблю говорить. Не. А, ребята, кто не знает, это вот мой дом, мой новый дом. Ну, психушка его называют. Ну и что, нормальное помещение. Да хватит вы... Согласен. Ко мне приставать, я тут общаюсь с своими друзьями. Отстаньте, отстаньте от меня. В общем, ребята, да, тут это моя новая психушка, тут всего один день, и вот меня тут уже успели посадить. Отдел, говорят, для особо каких-то буйных. Я не буду, не успокой. Ох, мне тут очень нравится, тут вот в этой новой психушке очень спокойный персонал, меня не... Ну, по факту, если так говорить... то все блогеры психи, потому что они общаются с камерами. Просто взял камеру так. Привет всем, бля. Просто с одной камерой. Привет всем, всем камерам. Никто не бьет, никто меня не бьет. Ладно, я иногда кого-нибудь могу стукнуть. Ну хорошо, я тут много кого перехерачил в первый день. Ну тут хорошие решетки, да, такие... Да я не буйный, я не буйный. Хороший, качественный. И персонал, да, я... Заткнитесь, вы мне надоели уже! Тетя Глаша, привет! Вот тетя Глаша, она очень добрая, да, спокойная. Я не буйный. А вот вы мои друзья, куда же я бегу? Что? Это мина? Это что такое? А! Какая сирена? Какая нафиг сирена? Открылись. Почему двери открылись? Ребят, вы куда? Сейчас же... Свобода! Нам сказали спать. Нам сказали начаться спать. Мы должны спать. Слышь? Вы чё тетю Глашу бьете? Привет. Ты чё тетю Глашу бьешь, а? Ты чё, она хорошая? Ну, видео крутое, мне нравится. Такой монтажик крутой. А когда он выпустил его? Когда? А, понятно, очень давно. Но монтажик круче был. Меня-то за что? За что меня? А за просто так. Пошли вы все нахер, а? Ой, господи, дядю Гришу тоже бью. Так, ну их к черту. Ой, ё-моё. Что тут творится вообще? Что тут происходит? Ой, нет, ребята, я на такое не подписывался. Тут было спокойно очень. Я... Ну, Нюким никого не убивая. Значит, может быть, он не маньяк. Тут не волновался. О, там вроде никого нету. А, доктор, спасайтесь, спасайтесь, доктор, да, спасайтесь. Вот... Да, типа, какой он маньяк. Давайте вот здесь спрячемся вот здесь. Доктор, сюда давайте, сюда. Тут это что? Или он кого-то убьет в конце. Это прачечная, да, ну тут тепло, спокойно. Тут, ну, перекантуюсь, сюда, тут потихонечку, тут тепло, спокойно. Ой, что? О, черт. Тепло, спокойно. Черт, куда бы заныкаться? Так, меня не... Что? Ну, что вам от меня надо? Я тут спокойно, я один из вас, отстаньте от меня. Что? Ну, что вам от меня надо? Отстаньте от меня, я тут спокойно сижу, отдыхаю, сушусь в сушилке. Что, всех убили? Все... Мы всех убили, теперь я тут повелитель. Даже Глашу? Господи. Понятно. Вы психи, просто какие-то психи. Я шестерка? Что? Метнуться для тебя на кухню и принести что-то вкусное? А ты не охерел ли? Вася, объясни... Ого! Ладно. Ого, Вася! Ладно, все, Вася. Да, да ты не Вася, я тебе скажу так. Ты... Василище. Да, все, Вася, я понял. Вася. Я понял, сейчас скажу. Да, скажу сейчас. Да я ему...
О, ну это жесть. Ну людей здесь просто огромное количество. Ой. В каждом ролике все больше и больше людей, я не понял. Это что такое? Неправда. Всех убили. Это же надо какими психами, тварями быть. Они же нас лечили, нам же помощь нужна была, а они с ними так поступили. Вот урод. А может быть, Нюки мне маньяк? Какой он маньяк, если он никого не, не убивает сейчас? Люда, это же... это дядя Вова, всех убили. Вот этот Вова его чертила. Вася, они во всем виноваты. Вот этот Вася огромный, это вот его шестерка, а не я. Здравствуй. Так, тут лучше всех опасаться. Я, конечно, драться умею, но... Или она, возможно, не маньяк. Заточки. У меня-то ничего нету. Так, ладно, надо этому уроде... уроду Вове найти что-то пожрать, похавать. Так дай ему кусок хлеба, вот. Так, что-нибудь для... Рыбки. Сырой. Опа-на. Нюким встает, маньяком. Божечек. А что, меня никто не видел, да? Да, я ищу еду, да, для своего нового босса. Еду, да. Вот я ему картошки, там рыбу, пусть сырую жрет, тварь. Да, все. Мне нравится музончик на заднем фоне такой. Ти-ти-ти-ли-бом. Сейчас иду, вот. Такой приятненький. Привет. Мне? Я? Кто раз делали, а? Лысый, ты чё? Мы с тобой не знакомы. Откуда ты знаешь, что я плохой? Я... Так это девушка или нет? И тоже люблю, а чё-то докторов всех. Они хорошие были. А, что? Что ты на меня так смотришь? Я их не трогал. Ребята, вы же знаете, что я их не трогал. Я не виноват. Тут я никого не убил. Я хороший. Это вот они плохие. Иду, отказ. Что? Давай что? Сюда, да, мой на, хавщик. Вот, на, пожалуйста, подавись, ты тоже чертила здоровая, на, хавай. Ну-ка, у Нишки так. Все, отстань. Да этому чертили нужно, наверное, пол больницы еды дать, вот чтобы меня. Он нажался. Блин, всех... Просто машина. Дядя Боря тоже. Он мне дал теплое полотенце после душа. А вы, значит, вот так вот, да? Ах, еще затыкаешь? Что ты всех тут собрал, а? Что ты, за главного типа, да, тут? Ну, здесь немного скучноватенько, не знаю. Смотрите на него, а? Вырядился тут. Тоже мне вождь на... Вот в новых сериях сюжет более такой какой-то интересный. Здесь что-то уже... Рода, общий сбор. Теперь он тот главный, а, конечно. Хотя бы музыку бы добавил, какие-то спецэффекты. Эффекты. Даже врачей не похоронил. Урод, блин. Правая рука нашлась и шестерку. Чего ты подошел ко мне? Что тебе от меня надо? Давай, попробуй, ну шо? Что-нибудь хочешь, что ты сделаешь? Я тоже могу что-то сделать. Только потом, ага. Попробуй заснуть, оборачивайся теперь. Кто это? Девушка, вы что не одетая? Украли одежду? Что? Кто ее мог украсть? А. Это не я. Это, честно, не я. Я не вор. Я точно не вор. Да, может, маленько с головой проблемы, но я честный. Я тебе сказал, это не я. Отстань от меня. О, старые серии, они более смешные. Вон, слышь, где этот Вова? А? Главарь, давай. Слышь, вождь народа, давай решай. Ну, давай решай. Давай пойдем в комнату. Давай, решай, кто тут украл, а? Если ты такой умный. Что же? Ну что? А, вот проблема, и я думаю, надо отыскать одежду. О, что серьезно? Какой гений! Шерлок Холмс! Отыскать. Ну давай, посмотрим на тебя. Давай, вперед. Ну? Что? Я же просто слушаю, давай. Слушаю, как говорится, повинуюсь. Ну что, один, что ли, будешь искать? А? Чё, одинся? Ну давай, мы тут посидим, да, вот на диванчике, почилим. Все разделились. Мы чё, инфузори туфельки, что ли, тебе делить? Ну давай, раздели нас, чё. С кем ты меня поделишь, а?
Умный какой. Давай, дели. Ну что, кто, ребят, хочет со мной поделиться, а? Женские одежды поискать. Хотя у нас тут всех одинаковые одежды. Унисекс. Унисекс. С кем я? Блин. Господи, то, что мы троем... Я бы сказал, унипсих. В камере были, это не значит, что мы должны втроем ходить все. Ладно, пойдем, блондинчик. Блондинчик. И что, ты серьезно думаешь, что мы что-то найдем? Да ты такая же тварь, я уверен, ты, возможно, это испёр ее шмотки, нет? Артурчик, да, тебя зовут? Ну, пойдем, Артурчик. Блин, Нюхим так заваривает. Блондинчик, Артурчик. Возможно, где-то вон там, да, они в углу спрятаны. Посмотри, может, сейчас найдешь. Чё, нету? Да вон же они лежат в углу. Да вон лежат. А, он хочет его убить. Да обернись ты. Да лежат, вот и шмотки. Вот что, не видишь, да? Значит, Нюк и маньяк, окей. Как удачно вышло, да? Ой. Удачно. Ой-ой-ой. Ну, это интересно, он сделал, ой, что он маньяк, типа, это главное круто. Спалиться со своей святой миссией. Так, аккуратно отсюда сваливаем. Но видосик немного скучный, вот правда. Аккуратно. Типа, очень какой-то он унылый. Можно сделать более такой динамичный, там, музычку, хотя бы музыку добавить. Сваливаем. Чего, блин? Воу! Она его что, жрет, что ли? Так, ну это мне на руку. Все сюда! Скорее! Я нашел! Марина, врач! Она там убила Артурчика и жрет прямо сейчас, жрет Влада! Вон там, вот она в комнате! Вот, да, посмотрите, вот она вся в крови! Урод! Нормально Нюхим поставил! Уродка! Я вру! Ты чё, блин, у тебя вся рёжа в крови, моего... Выглядишь жестко. Подруга, ты тварь. Вова, она нашего... Но я пока что даже не знаю, кто может быть не маньяком. Вот честно не знаю, ребят. Пока что даже у меня каких-то предположений нету. Очень много людей. Пусть так немножко сожрал, уйдут. Пока что я думаю, что вот эта девушка не маньяк. Вот эта. Где все, вот больше она? Не да, знаю. Да. Да посмотрите, вон. Вот он валяется. Что? Она от него даже ничего уже не оставила. Ну что, вы так и будете смотреть на нее? Да валить ее надо. Быстрее. Нормально, Нюхим. Вот, да. Просто они как собаки такие. Валить. Валить ее надо. Валить. Ребятки, да. Ногами работать умеете. Молодцы. Хорошо сработали. Ух, она такая мягкая. Нет. Ну, по факту, Нюхим красавчик. Он убивает каких-то... живодеров. Че, вкусно? Приятного аппетита, Мариночка. Накушалась, да, моих друзей. Вот, так и на. Она по-любому и была врачихой. Да. Че там Вовка орет? Какой еще сбор? Вовчик, да все, ты единоправный тут властитель. Мы нашли. Блин, ребят, а как здесь выбирать, кто не маньяк? Я понимаю, как выбирать, кто маньяк. Типа... ищешь, кто самый тихий был. Тот самый подозрительный, и он маньяк. А здесь как? Типа... Все хорошо. Будут спать возле меня. Это что такое? Лобное место, что ли? Ты что, совсем, что ли, с катушек съехал? Я понимаю, что ты псих, но разводить, блин, костер посреди деревянного пола... Согласен, да, не лучшая идея. Да, офигенный, ребята, план. Кажется, даже я, у которого крышняк поехал, все понимаю. Понимаю норму пожарной безопасности. Чё? Все спят, да? Убей Вову. Маньяки долбанные. Около убей Вову. Просто лежат. И нормально. Убей Вову. Нормально. Убей Вову. Но это их про... Убей Вову, мне так, интересно все. Просто... Чё за какие-то звуки? Это... Не убивай ее. Катя,
жрет на ночь глядя. Ну. Я. Стойте. Ну, если он ее сейчас убьет, тогда я вообще не знаю, кто может быть не маньяком. Мне это на руку. Нюхи, мне нужно. Вот придумал. Мне нужно это делать. Избавиться от увольня этого Васи. Сейчас. Вы Нюхи. Знаете, да, что кушать на ночь вредно? Очень вредно. Так, где она? Нет. Катя. Приятного аппетита! На! Вот. Ну. Блин. Знаете что? А кто может тогда быть не маньяком? Лысая вот эта. Тюша, отлично, берем кровь. Ну а шо, я видел, как ты прыгала на врачах. А теперь как, попрыгаешь? А, да? Уже нет. И аккуратно возвращаемся. Тихо. Я умею тихо ходить. Я очень хорошо это делаю. И подходим к нашему Василию. Ну шо, Василий? А, полежи в чужой кровушке. Ну и дальше ложимся спать, где спали. О! Ну это, блин, интересно. Это интересно, когда ты маньяк, а не кто-то засыпаем. Другой. Что? Чё ты нас будешь, лысая? Мы тут только... Вот, только она лысая может быть не маньяком. Уснули. Тут спать плохо, видишь, везде кровь, что... Убили? Кого? Ну это очень Катю? Очевидно. Если она не маньяк, это очень очевидно. Убили? Вася, а ты чё, у тебя месячные, что ли? Под тобой кровь какая-то. Где убили? Пойдем посмотрим. Показывай, да. Чё-то я тебе не верю, как её могли убить. Мы ж там все спали. Как-то не сходится. Что? Господи, ей просто грудную клетку проломили. А как можно было проломить грудную клетку ножом? Ну окей, это Майнкрафт. Какая тварь это сделала? Кто это мог сделать? Ну я сейчас сижу, у меня в голове типа делается такое. Кто может быть маньяком? Типа, кто может быть не маньяком? Вот кто? Их очень много здесь. Слышь, Вова, где этот Вова? Где Вова наш одноглазый? Че, он спрятался там? Пусть объявляет голосование. Давай, объявляй голосование. Не, ну я по-любому думаю, что это Вася 100%. Убийца убил, пока мы спали. Что будем делать? Ну что, обсуждать? Я считаю, что это 100% был Вася. Вот, посмотрите, как он здоровый. Да, что да, ему да, стоило да, убить Вася. Такую Катюшу? И тем более, он проснулся в луже крови. С него натекло ночью. Да конечно, вон, откуда тогда кровь? Откуда кровь? Что, он не мог? Ну как не мог? Откуда кровь тогда, скажи мне, пожалуйста. Кто со мной согласен? Ребята, кто со мной согласен? Кто согласен? А? Кто? Встаньте все, кто считает, что убил Вася. Что? Ты чё его защищаешь? Как тебя там звали-то? Лина, что ли? Он хороший, вот этот дуболом? Да он дебил, по лицу понятно, что он маньяк, а не просто псих. Нет. Так, ну что? Что, Вовочка? Ты сказал, что тут главный, да? И что все подчиняются правилам голосования. Ну что, давай ну посчитаем да. голоса. Давай, говори, кто против Васи? Все, кроме вас двоих. Да. Ну и кроме Васи. Ну что, Вася? Или Вася тоже такой... Ну окей, я маньяк. У вас там есть биты, ножи. Конец тебе, Вася. Давай, возьми, взяли его. Херачьте его нафиг. Смотрите, ему руки оторвали. Ну, давай. Блин, ну это выглядит жестко. Как тебе лучше? Сейчас какие-то дети, которые смотрят Нюкима, которым там 6 лет, такие. Привет. Ага, больше не будешь. Выглядит жестко, окей. Ты че? Она шизанутая какая-то. Ну подумаешь, он еще хуже был, чем мы. Мы твари? Чего? Вот как вспомню, как она пырнула вилкой в глаз одного врача. Ага, и сейчас жалко ей Васечку своего. Чего? Угу, значит, она точно не маньяк. Красавица, ребята, вы что, этого будете терпеть, что ли?
Да, правильно, закройте ее в душе, вот именно. Вот именно, да, послушайте Дениса, закрывайте ее в душе. Ой, а ты что ревешь, а? Че, все, больше не главный, да? Больше некому тебя защищать? Мой друг. Пошел нахер. О, нормально, да, вот там ей самое место. Она, походу, самая шизанутая даже среди нас шизиков. Так, закрыли? Правильно, правильно, ребят. Туда ей дорога. Молодцы, правильно. Ну, тогда кто остается? Лысая только? Да, да. Не маньячка. Ага. Сейчас я проверю, чтобы дверь нормально держалась. Ну и что? Тут тебе больше нравится, да? А, резала. Я видел, как ты резала. Что? Думала на пару с своим громилой. Будете дальше людей мучить, а? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас мы посмотрим, как вы там будете дальше их мучить. Что? Сейчас, я тебя выпущу. Сейчас, отойди. Сейчас, мы ты ее убьешь? Да не, Нюкин, это будет очень палевно. Отвлекаемся. Ты лучше отойди. Так. На, получай! Не, ну это очень палевно. Как хорошо, когда убиваешь маньяка. Ну, она точно не была доктором. Я в этом почему-то... Что? Ой, мне эти обсуждения не нравятся. Черт, если они сюда зайдут, они все спалят. Выйти да. Я не могу. Так, тоже спалят. Куда бы заныкаться? Так, сюда. Так, и закроемся. Так, и тихо сядем. А, они не видели, черт. Что Нюкин остался. Вот черт, вот черт. Тихо. Тихо. Так, блин. Надо сваливать отсюда. Так, сюда. А ну-ка. Так, сюда. Так вот. Ребят, что случилось? Ребят, что произошло? Что? Ее убили? Как? Кто убил? Кого? Блин, ну он, конечно, круто сделал. Господи, это же Лин, он, нет, она, конечно, была поехавшая, но мы же не хотели ей ничего плохого сделать. Вот черт. Я? В смысле, я в столовку ходил, ну похавать там, я жену, типа, голодный, я хотел поесть. Да я вон там не видел из-за стекла, я никого не видел, ребята, честно. Ну окей, вроде все поверили ли ему. Вот черт. Так, мне кажется, надо собраться всем снова, и без этого дебильного Вова мы сами решим, что нам делать. Надо найти тут... Среди нас маньяк, ребята! И это точно дом. Ну он, Нюхим, очень сейчас палевно сделал. Можно было как-то беспалевнее сделать обсудим. Это. Так, ну, товарищи, по несчастью, среди нас есть доктор. Да, по-любому доктор, он нас так, видимо, пытается вылечить. Мы должны его найти, да, перед тем, как он нас всех полечит. Чё, халат? Что, халатность? Ты о чем там бубнишь? Тот халат принадлежит доктору, который прячется среди нас. Это который в сушилке, что ли, был? Надо еще раз его проверить, вдруг что найдем. В смысле проверить? Ты что, нюхать собрался, что ли? Окей, ты лидер, окей, я никто, да, давай, все, окей, командуй. С тобой? Какие вопросы? Пойдем, компания, всегда рад, братишка. Да? Не, ну если он его убьет, это будет очень палевно. И всех уже послал. Ух, какой командир. Ладно, что, пойдем. Пойдем, братишка. Поработаем. Так, вот здесь, да, халатик висел. Ага. Так. Ну, вот, да, вот висит халат тут, да, вот. Висит, ну и что? Кто может быть не маньяком? Вот это лысая только. Что-нибудь это... А, дало, подсказала? Женский, значит, какая-то баба. Ну, какой это детектив. Ну, он точно маньяк. А ты там поближе почитай, может, написан какой-нибудь там бэджик, как зовут? Не, ну, если ты убьешь, это очень палевно, а? Ну, не. А, почитай. На тебе по башке! На! Так, вытаскиваем зажигалку, его, ну, отлично, оглушили. Нет, ребята, как говорится, собаки, собачья смерть. Ты подпалишь? Это самый жестокий урод. Он забил мою медсестру со своим Васечкой. Поэтому... Или, ну, Нюхим не маньяк. А где он маньяк? Он, наоборот, убивает их, чтобы
спасти я его не стану. Людей я нормальных, а не психов. Так, пускаем газику сюда. Так, пускаем газику. Ага, делаем тут баррикаду. Ух, какой запашок пошел. Так, ну, чтобы он не выбежал. Это жестко, сейчас вот как урванет. Вот здесь вот с зажигалочкой. Опа, свечку. Так, закрываем. Все, пару минуточек и... А ну-ка. Бум. Ой, что? А, ничего. Я... Убивай чё? Его! Посмотри, мы там это проверяем. Следственный эксперимент. Получай. Еще одного убил. И остается очень мало человек. Так, я этого не планировал, но вроде он это не был доктором. Так, и надо пора отсюда сваливать уже быстрее. Кстати, я здесь пришел. А где Маша, интересно? Так, отсюда надо сваливать. Вов! Вова! Где же Вова? Вова, Вовочка! Сейчас какой мы Вова? Найдем, да, куда-то ой, Вова пропал. Вова, ты не тут? Вова. Маша? Саня, в меня останьте, оставалите. Да я, собственно, не приставал. Ты чё? Ну, по факту, если он ее не убьет, значит, она не маньяк. Больная, что ли? Ну да. Странная. Ладно. Значит, я подозреваю, что не маньяк, это она, Маша, и лысая. Вова! Вовочка! Вова! Вот так, видите, отвожу подозрение от себя. Вова, Вовочка! Эй, ребят, вы Вову не видели? Господи, Вовочка куда-то пропал. Вот напарничек какой интересный. Вот, с ним разведки не ходи. Что случилось? Ну, блин, кто может быть? Осталось 4 человека. Маша, лысая, вот этот паренек, которого я ни разу не видел. Да и Нюким. Нюким маньяк. Да, я с ним прошел, пошел в прачку, да. А потом отошел в туалет. А я потом пришел, а его уже нет. Вот такой этот Вовочка. Что? Я его убил? Да вы что, ребята, серьезно что ли? Да зачем? У нас же общая цель. Эй, так, туда лучше не ходить. Ребят, туда лучше не ходить. Вы куда, блин? Туда не ходить лучше. И по факту что будет? Воу. Ох, черт. Блин, даже меня взрывной волной достало. Ребята, да, бегите. Скорее оттуда, быстрее туда бегите. Ух, ага, они поверили ему снова. Отлично. Не, ну Нюким очень хороший маньяк, прям. Теперь мы сможем... И серия, кстати, длинная. Выбраться. Но сначала... Значит, кого-то еще убьют. У меня есть одно незаконченное... Если убьют парня... Или... Нет. Парня и лысую. Если убьет парня, значит, я буду за вот эту девку, которая плакала. Дело. Так, молодцы. В правильное место забежали. Эй, ребятки, на выход! На выход сейчас живо! А то я сейчас сожгу вас всех! Куда вы там заныкались? Давайте, вылазите! Машу захватите! Машу захватите, я знаю, что она там! Сюда подошли! А то сейчас к вам газ пущу! Вышли! Так, а теперь каждый зашел и забился в дальний угол своей камеры! Быстро, я сказал! И что он будет я делать? Я вооружен! Так, закрыли. Типа, что он хочет сделать? Просто посадить их по камерам? Закрыли. Все, отлично. Там вам самое место. Самое место! Кроме одного. Кроме врача. Так, смотрите. Сейчас мы будем угадывать, кто из вас врач и кого не стоит убивать. Да, ну давайте послушаем. Ага, кто из них врач, нужно угадать. Кто тут из вас? Я думал, кто просто не маньяк. Врач, а? Кто-нибудь скажет, кто тут врач, а? Или что? Вы тут все психи, вас всех надо порешать? А кто может быть? Не, ну тогда точно не лысая. Я не против. Кажется, стоит начать... Точно не лысая. Вопрос. Так.
Ребята, без фокусов, я захожу, я вооружен и слушаю ваши оправдания. Послушай, я одела халат и оставила его там. Где там? Где ты оставила? Прачки. Прачки, ну так. Интересно, интересно. Ну, а не. А то, что ты полоумно хихикаешь в камере, это типа против тебя ничего не говорит, да? Ну да, да, так мы тебе и поверили. Так, давай, Женечка, рассказывай. А, ты доктор, ты скрывался среди нас, а то, что я тебя видел здесь, а, в карцере, это типа ничего не объясняет, да? Он себя прятал свой. Да ты тут был среди нас, какой ты нафиг доктор, какой ты доктор? Ты спрятал он халат, посмотрите, врет и не краснеет. Доктор под прикрытием, я узнавал, что говорят, вот это фантазия у него разыгралась. Окей, окей. Блин, ну, возможно, вот этот парень. Блин, возможно, он, а возможно, и девушка вот эта. Я не знаю не пока хватит. Что. Ну, точно что, не лысая. Давай, посмотрим, что ты скажешь, свою защиту. Я просто выкинула свой халат. Куда ты его выкинула? И, да что, ты просто подслушала у остальных и всего. Вообще, какая-то версия неправдоподобна. Не-е-е. Мы бы нашли тогда. Потому что, ну да, конечно, врач она, рассказывай мне. Я побрила голову, чтобы никто меня не узнал. Что? Побрила на голову. Не, это не лысая, это точно. Или девушка, или парень. Конечно, в принципе, побрила голову, чё? Блин, ребята, я... Ну, вы знаете, что у меня с головой маленько плохие дела, проблемки есть. Как бы мне, ну, лишнего не порезать. Блин, я хочу оставить в живых врача. У нас тут будет вся больница только для нас. Да, он будет меня тут лечить, мы будем... Блин, кто может быть? Я думаю, всё-таки, что это парень. Всё. С ним тут... Девушка жить. Нет. С врачом я буду ходить за продуктами, вон так, ну, вниз спускаться, там в компик можно будет играть с ним. Ух, ну, он же будет понимать, что я хороший. Просто если я порну настоящего доктора, то я стану жить психом. И тогда мне будет не весело, мне будет, ну, нафига мне такой же, как я. Так, ребята, короче, давайте договоримся так. Вот я сейчас тут лягу. Не, ну, все-таки я думаю, что это парень, ребят. Потому что девушка могла подслушать все это. Не знаю, мне кажется, что все-таки парень. И он такой тихий, что мы почти что ничего не узнали про него. Поэтому это точно парень. Да, а вы пока мне свои мыслишки нашепчите на ушко, ладно? Ну что ж, ребятки, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. Моя версия, что это парень. Пишите свою версию в комментариях. Всем хорошего настроения. Увидимся в следующем видеоролике. На реакция на кто маньяк. Всем пока.